Ну что, друзья мои, радостные новости. Море потеплело, чистое, прекрасное. Центральный пляж Витязева сегодня 24 градуса, но здесь фантастика. Добрый день, дорогие друзья, приветствуем вас из солнечного, жаркого Витязева, город-курорт Анапа. Мы находимся на Александрийском проезде 13, сзади меня находится гостевой дом «Атлас». В этом году мы обновим о нем информацию. Здесь много изменений, которые порадуют постоянных гостей, которых мы сейчас и встретим. Здесь я уверен в этом. Давайте поподробнее. Здравствуйте, рад вас видеть там же, на том же месте. Вы сюда уже приезжаете не первый год, и мы берем уже у вас второе интервью. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Юрий. Я Надежда из Калужской области, город Малорославец. Приезжаем в Атлас, да, действительно, не первый год, и не последний, мы в этом уверены, потому что нам тут все нравится, все совершенно устраивает, начиная от внешности отеля, как говорится, внешность обманчива, но это не про этот отель. Какова внешность, так тут и внутри. Все идеально, со вкусом, все продумано. Как говорится, какой директор, такой персонал. Потому что персонал очень отзывчивый, уборка каждый день, идеальная чистота в номерах, смена белья раз в 3 дня, расположение отеля идеальное. Направо параллея, налево улица Светлая с ее кафе, палатки, аптеки, магазины, ярмарка, стоянка бесплатная. Столовая здесь идеальная, меню разнообразное с утра до 9 вечера, по-моему. Вечером после 6 дают вино на какую-то сумму бесплатно. Детская площадка. Для детей это идеальный отдых. Тут дети могут ходить сами по себе, то есть родители отдыхают. Кафе, пожалуйста. У Вальтера идеальный шашлык, овощи, грибы на мангале. Все очень вкусно и приятно. Кафе обновилось в этом году, реставрировалось, прекрасно выглядит. Бассейн теплый, с подогревом. В первый день, когда мы приехали неделю назад, погода была прохладная. Бассейн прям вот подошел под... Он был более теплый, чем погода на улице, и было очень хорошо, дети не вылезали. Ну, как и сейчас, сейчас и так жарко, бассейн, комфортная температура. 3 вида бассейна там, более для маленьких, для средних и взрослый бассейн. Шезлонги, лежаки, всем хватает, все отдыхают, то есть родители отдыхают, дети купаются. Площадка детская и для взрослых, батуты там, у меня и взрослый ребенок там заседает, и маленькие качели, и средних детей. До моря минут 10, вот мы сейчас недавно пришли идти пешком по ларькам, по всем, время пролетает незаметно. Карточки у нас появились, теперь у нас не ключи, а по карточкам вход, все электричество включается, очень удобно, это видно, что отель не стоит на месте, а развивается. Это большой плюс. Выдают бесплатно все это. Мыло, гели, шампуни, тапочки. Кондиционеры в номерах. Все комфортно, чисто. Могу рекомендовать самый большой плюс, что мы приезжаем и видим тех же людей, которые были в том году. Не одну семью, а несколько семей. Вот мы приезжаем, одни уезжают, те же, с кем мы отдыхали в том году, другие заезжают. То есть очень много гостей. Великолепные администраторы. Юля нас встретила, как будто мы домой приехали. Вот, Кристина уже второй год. Самый большой плюс, что директор зовет Юрия Азаровского, который говорит всегда правду. Именно этого блогера. Значит, это о многом говорит. Спасибо. Ну, после такого интервью, думаю, что можно пройти по территории и посмотреть, как это выглядит воочию для вас. Это у нас Мекка для отдыхающих, потому что здесь расположены все отели. И сам Александрийский проезд именно стал таким местом для строительства всех этих прекрасных отелей для вашего отдыха. И давайте зайдем в сам отель. Здесь у нас по фасаду имеется парковка. Парковка от 7 ночей бесплатно идет. Здесь имеется столовая, доступ в которой есть также для всех проживающих, ну, потому что люди выбирают себе места для питания и потом приходят уже в какие-либо отели кушать. Здесь такой вот фонтан, с правой стороны есть место, где можно отдохнуть, и с левой тоже. Это очень красивая входная группа. Ребятки, я впервые, когда увидел, мне очень понравилось. Знакомство с отелем произошло у меня давно, когда я пришел сюда, своим подписчикам отдал фотографии. Вот на этой лавочке смотрю, такой, вау, необычный отель, очень красиво смотрится. Здесь есть коляски для проживающих в отеле, абсолютно бесплатно. С правой стороны есть кафе «Атлас», в которое вы тоже можете прийти посидеть. Вот моя подписчица хвалила, что очень вкусно здесь. Здесь есть места, где можно посидеть за столами. Также можно заказать разнообразные коктейли и напитки. Вот был похвален прям очень сильно шашлычок, который здесь готовят прям на мангале для вас. Также изготавливают разнообразные коктейли, наливают свежайшее вкусное пиво, которое как раз сзади сейчас и добавляют в бутылочку. Далее мы проходим здесь зона отдыха
которая называется бассейн. Ребята, здесь три разных бассейна, то есть гидромассажем детский для средних детей, взрослая зона. Здравствуйте. Как отдыхается? Это прекрасно, спасибо. Вокруг бассейна есть и в тени лежаки, и также на солнышке, смотря какую цель вы преследуете. Также детский бассейн для самых маленьких. Проходим дальше. По территории здесь имеется батут, детская площадка, которую вы тоже можете прийти поиграть. А также вот такой вот батутный комплекс «Пиратский корабль», который ждет ваших детей для их активности. Много лет здесь отдыхаю. Это просто замечательный отель, замечательный бассейн. Площадка детская, просто вообще отель вообще обалденный. Просто. Как вас зовут? Людмила. А откуда вы? С Нижнего Новгорода. То есть уже не первый год сюда приезжаете. На море были сегодня? Да. Как оно? Ну, холодновато. По этому бассейне, да? Да. Я вот теперь начинаю понимать людей, кто отдыхает в отелях с бассейнами, потому что зачем туда вообще море надо, в принципе? Не, почему? Ну, фотку сделать, да? По питанию как вам здесь? Здесь очень вкусно кормят. Вот на всем побережье вкуснее, чем у Дианы, ни у кого нет. Это вообще прекрасный отзыв. То есть вы советуете людям приезжать отдыхать здесь? Я прям рекомендую приезжать отдыхать здесь. Это прекрасно. Спасибо большое, вам хорошо. Очень рад, что вы наконец-то меня встретили. Да, я столько лет мечтала вас увидеть. Спасибо большое. Посмотрим. Здравствуйте. И здесь можно подниматься по вот этой лесенке по этажам. А как вам здесь отдыхается? Здравствуйте. Вот. Мы только приехали. А, только-только. Мы вообще вот только приехали. Ну, тогда первые эмоции. Ну, мы приехали вчера очень поздно. Ага. Сейчас. Вас заселили, все хорошо? Да, но это вообще по кайфу. Не, сейчас вообще сходили на пляж вообще. Как море там? Офигенно вообще. Там так чисто, там ракушки, блин, там. А, тепло, холод. Тепло вообще. И море теплое? Прекрасно. Это место есть. Вам отличного отдыха и хорошей погоды. Спасибо, что смотрите. Бадах, ушел. С левой стороны. Здравствуйте, хорошего отдыха. Везде наши люди. С левой стороны от бассейна есть заход в столовую. Он здесь не один, покажем другой. Вот такая вот реклама. Зачитывать не буду, прочитайте сами. И проходим в столовую. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь очень большое помещение, высокие потолки. Несмотря на то, что это цокольный этаж, здесь вы можете прийти и выбрать уже блюда, какие хотите. Здесь есть кофемашина. Спасибо за приглашение. Если хотите, можете попить. Мы пока поглядеть. Жарко, да. Свежесваренный кофе даже предлагают за 80 рублей. Ну и блюдо вы можете увидеть. Сейчас время подходит к обеду, и сюда люди приходят потихонечку поесть. И по ценам вы можете все увидеть, что сколько стоит, и прийти к людям покушать. Здесь есть детские столики, пурифайер с горячей водой, ну и набор посуды, поднос. А также можете видеть свои автографы, оставляют детки в виде рисунков, когда их родители кушают, им дают листочки, и они этим занимаются с удовольствием. Друзья, с территории отеля мы с вами познакомились, пора заходить вовнутрь. Здравствуйте! Мы будем рады видеть вас в нашем отеле. Здесь постоянно происходят пенные шоу, разные интерактивы, идет постоянно анимация для детей. На этажах имеются гладильные доски. По этажам перемещение осуществляется по лестнице. В коридорах есть место, где можно отдохнуть. Коридоры просторные, широкие. Есть пурифайер с системой очистки горячей холодной водой. Лестница широкие, удобные и очень красивая ковка на перилах. Мы на втором этаже посмотрим с вами студию, которая рассчитана до 5 человек. Доступ в номер по картам. Также освещение включается по карточкам. С правой стороны у нас место для хранения, а также имеется тумбочка, в которой находится холодильник. Сверху чайная станция. Наполнение шкафа. Это полотенце, есть сейф, плечики для верхней одежды. Снизу подушки до одеяла. Также тапочки. Проходим в первую комнату. Перед ней у нас есть место для верхней одежды. С левой стороны раскладывающееся кресло и диван. Напротив них имеется переносной стол. Над ним телевизор. Вот такая вот красивая зона
отделяющая следующую комнату, мне прям очень понравилось. Здесь двухспальная кровать, две прикроватные тумбочки, над ними имеется бра и сплит-система. Напротив кровати есть стол, пуфик и зеркало. Отсюда осуществляется выход на свой балкон. С этой стороны балконы очень красивые, с балясинами. И вид на Александрийский проезд. С левой стороны у нас мебель, это стол, два стула и еще один стул. С другой стороны есть место, где повесить ваши вещи. Как кипит Витязево, ребят, это, конечно, вообще фантастика. Очень много людей приехали на отдых. В этом номере также есть свой собственный санузел. С правой стороны у нас раковина, зеркало, фен, набор мыльных принадлежностей, унитаз и душевая кабинка. Отдохнуть в этом номере до 30 июня вы можете за 7900. Третий этаж, номер 306. Доступ в номер также осуществляется по картам. Электричество включается в номере по картам. С левой стороны у нас ростовое зеркало. С правой стороны есть тумба с холодильником. Сверху чайник, кружки. Далее идет место для хранения, наполнение полотенца, сейф, плечики для верхней одежды, доп. Одеяло. По прямой попадаем в комнату. Здесь у нас три кровати. Одна двухспальная, две односпальные. Спальный номер довольно-таки просторный. Есть прикроватные тумбочки в количестве трех. Сверху бра, сплит-система. Напротив двухспальной кровати есть телевизор. Снизу находится стол, пуфик и зеркало. Отсюда осуществляется выход на балкон. Балкон у нас здесь с ковкой, отделен от соседей. Есть место для сушки вещей, стол, два стула и вид на Александрийский проезд. Санузел в этом номере у нас тоже большой. Есть душевая зона, унитаз, раковина и набор мыльных принадлежностей. Стоимость этого номера на четверых 6800 в данный момент времени. На втором этаже посмотрим номер 203. Здесь у нас четырехместное размещение. Заходим в номер, включаем освещение, все по карточкам. С левой стороны имеется тумба, на ней чайная подстанция, мы решили называть ее. Далее у нас шкаф есть, в шкафу есть сейф, плечики, дополнительный одеяло. Здесь в этой тумбе имеется холодильник. Проходим по прямой, видим сам номер. Здесь у нас три кровати, односпальная, две прикроватные тумбочки, двухспальные, еще одна прикроватная тумбочка и напротив кровать дополнительная. Над ней висит телевизор, с левой стороны имеется такая столешница, под ней пуфик и зеркало. В номере имеется своя сплит-система. Из этого номера выход на балкон. С балкона у нас вид на дворовую территорию. Здесь установлены шезлонги, детская зона. Есть стол, три стула. В номере имеется свой собственный санузел. С левой стороны раковина, мыльные принадлежности на зеркале, фен, унитаз, душевая зона. Стоимость отдыха в этом номере 6300 рублей. В втором этаже смотрим номер на троих 214. Доступ в номер по карточкам и освещение включается также. Помещаем. С левой стороны есть место, куда повесить верхнюю одежду. С правой стороны место для хранения. Тумба с холодильником, чайная подстанция. В шкафу у нас есть сейф, плечики, дополнительное одеяло. Проходим в номер. С правой стороны тумбочка, стол с пуфиком, зеркалом, телевизор и переносной стол. С левой стороны есть кровать, односпальная, двухспальная, две прикроватные тумбочки, бра и сплит-система. По прямой у нас выход на балкон. Балкон у нас также с видом во двор. Здесь есть стол, два стула и вид на детскую площадку. Также в номере есть свой собственный санузел. Раковина, зеркало, мыльные принадлежности, фен, унитаз и здесь ванна. Стоимость проживания в этом номере 6300 рублей на троих. Если надо, вам доставят доп. Место бесплатно. Помимо основной лестницы есть также такая металлическая. Здесь с правой стороны можно спуститься к бассейну и вниз в столовую, если вам так будет удобнее. Вот так вот выглядит наш обед сегодняшний. Столовый «Атлас». Приятного аппетита тем, кто тоже будет есть. Вот смотрите, сколько уже людей пришли на обед, чтобы здесь вкусно покушать. По стоимости вот эта вся еда вышла на 840 рублей. Можете проверить по чеку. Пока я тут ходил, все показывал, Оксана уже... Я скушала супчик с фрикадельками, но он был очень вкусный, очень-очень-очень. То есть тебе понравилось? Особенно детям зайдет, они куриные. Я вот это хотел попробовать блюдо. Это с зеленью и сыром, такая вот вкусняшка. Хочешь попробовать этот изумительный драничек? Давай. Надо. Я еще хочу. Держи.
мяу. Борщ восхитительный, как вот я люблю. По одному борщу можно сказать, что кухня классная. Но я ем здесь уже второй раз. И мне нравится. Я буду проходить сюда, кушать котлеты. Блин, офигеть, смотри, сколько сока. Это не сок, это масло, которое там в котлете, да. Котлет, это вкусная котлета. Это самая вкусная киевская котлета. Это очень круто. Честно скажу, я опасаюсь всегда брать котлету по-киевски, потому что это сложный, дорогой продукт, и его мало разбирают. Но здесь она свежайшая, ребят. Борщик, я бы тарелку облизал, это было очень вкусно. Продегустируем салат крабовыми палочками, сыром, горошком, помидорком. Нежный, но он такой сытный, мягкий. Свежие овощи и очень вкусный соус. Тоже мое любимое блюдо. Что ты ешь? Говорит, капусту постоянно. Если с фаршем, то вообще великолепно. Ничто не может быть чудесней. Ну все, я объелась походу. И давайте попробуем перчик. Вот это новшество. Слушайте, абсолютно разный фарш и в голубцах, и в перце. Так как и должно быть. Должно быть, да, но зачастую во всех столовых он одинаковый. И еще и в тефтелях, и в котлетах, и везде, понял, одно и то же. Кайфово. Разница колоссальная и очень вкусно и то, и то. Теперь пробуем десерт. Это восхитительный план. Пробуем. Это пончики прикольные, вкусные. Кофе классный, насыщенный. Сырничек. Они такие пышные. Клевенькие. Первое блюдо восхитительно. Котлета по-киевски, удивление. Перчик голубец отлично, с разным фаршем, тоже очень классно. В принципе, мне все, что я взял, понравилось. Выделить отдельно котлета по-киевски, борщ. У тебя как? А мне все понравилось. Не могу что-то выделить, все вкусно. Девочки, спасибо большое, все вам было очень вкусно, классно. Приходите еще. Хотел поблагодарить, а не сами. А, вам спасибо. Очень вкусно. Советуем вашу столовую, потому что действительно все продукты прямо очень порадовали. Спасибо вам. До свидания. А теперь, после того, как мы посмотрели на отель, я думаю, что пора пройтись на море. Здесь 500 метров, заявляют. Можно пройти по улице Светлой слева, а также по параллели. Мы с вами выберем параллель, потому что на Светлой были вчера. После пляжа можно смыть песочек на гамойке. Находится с правой стороны перед входом. Влево пойдешь, улицу Светлую найдешь. Там есть классная зона, но мы вчера Светлую снимали, поэтому туда не пойдем. Пойдем в темную. На параллели, темная. Темная. Здесь 500 метров до моря, до пляжа. Крайне мало осталось мест, в которых сейчас не all-inclusive по питанию. Поэтому пансион здесь по выбору. Хотите, кушайте, хотите, нет. Это большой плюс данного отеля. Отели тут кругом большое множество. Сейчас везде 100% загрузки, поэтому парковочных мест нет. Наличие собственной парковки – это тоже большущий плюс. Инфраструктура. Прошли мы совсем немножечко от отеля с левой стороны. Пак аттракционов Византия, который я вам от души советую. Там круто, классно и прекрасно. Моя дочка его просто обожает. И дети мои там работают. Поэтому советую еще больше от души. По прямой врываемся в параллели совсем чуть-чуть. Отличие от Светлой, что здесь дороже дойти до пляжа. Вроде бы, как вы скажете, бесплатно все, но ваши дети будут вас просить гораздо больше всего, что они увидят. Ферия, магазинчиков, разных сувенирчиков. Продается все, что только вы себе можете представить, ребята. И даже если вы что-то себе не представляете, динозавр. Оксана и динозавры. Тут шаурму ребята готовят. Кафе «Встреча» с левой стороны, магазин «Вива». Тут у нас «Люксор» находится. В общем, вот она. Жизнь параллели. Красота. Тут есть тир. Вот это пасть динозавра, да? Мороженое славится. Слушайте, что-то все больше и больше торговых павильончиков становится. Скоро тут места не останется у нас на проходе. Ну, продается это все. А здесь сверху кафе «Встреча», детская зона для отдыха детей с родителями. Тоже классно. С левой стороны у нас «Мама Мия». Предлагают разные выпечку и шаурму. Магазинчики разнообразные тоже пошли. Это «Вина Витязева». Ну и дальше «Босс Морозы». С левой стороны «Грин Бар» в отеле «Горгипе» находится. Это местечко мне здесь возле отеля и так и очень нравится, потому что есть и тень, и лавочки, коих в этом году стало столько много, что уже жалость на лавочки на параллели точно никто не будет. Ну и мусорок добавили, так сказать, основу.
основательно. С левой стороны кафе «Орион» находится. Здесь на Знойно-Серебряная улица влево-вправо по швам. Еще одна часть Знойно-Серебряной улицы. Здесь у нас появились тротуары. Новое асфальтовое покрытие. Благодарим наших предпринимателей от души, что вложились и сделали эту красоту. Ну и здесь мы выходим к месту, которое называется «Китайка». Здесь фонтаны, у нас есть пальмы, разнообразная кухня и вечерние танцы. Ну и также торговые павильоны по левой и правой стороне. И большое количество наших дорогих, любимых и прекрасных отдыхающих. А вы подходите бесплатно по стрелям, по баночкам. Ребятки, купальники. Слушайте, мы там посмотрели купальники. Сюда мы уже пришли, посмотрим шапочки. То есть вообще Оксана не может никак остановиться. Хочет себе ковбойскую шляпу. Да? Как тебе? А конь у меня будет? Конь? Это, мне кажется, немножечко большевато, но светлое тебе идет больше, чем темное. Да, мне темное что-то больше понравилось. Ну, тоже клевая. Вот такая еще шляпка. Еще одна шляпа. Такая она сзади с бантиком. Смотрим, такие две шляпки есть. Это с черным бантиком, такая же светленькая. Светленькая. Тебе под кожу идет просто более светлый цвет. Ну, такая тоже классическая женская шляпа. Такой есть белый, черный. Так, ларечек 83, ребята, разорил. Парень из Пятигорска, оказывается, тоже мой подписчик. Скидки, ну, чуть-чуть сделал. С Пятигорска могли бы больше быть. А вот эта женщина... Я же говорил, не ходите на параллель с детьми, ребята. Разорило меня прям очень неплохо. Так, вон, спасибо большое, хорошая работа. Пойдем дальше. Напротив японской кухни, ребятки, находятся. Все, настроение Юрия до подпорчено. Ладно, двигаемся. Тут у нас продолжается куча всего. Сыроварня, винодельня, вальма, шортики, кроссовочки. Я столько не успеваю зарабатывать, поэтому, Оксана, никаких платьев сегодня. У тебя классная юбка. Мне очень нравится. Фишпилинг. Фрукты, овощи продают ребятки. Постоянно с очередями. И вкусняшками разнообразными. Ну и торговля у них тут идет постоянно. Им желаем тоже удачи. Йоу, посмотри, сколько там людей идет, ребята. Круто. С левой стороны шашлыки жарят мужики. Кстати, на Знойной улице 8А работает Артур. Я забыл, проходя мимо, там озвучить. Те, кто его ищет, найдите по адресу, пожалуйста. Тут тайское мороженое и столовая Виктория с детской зоной отдыха находится здесь. Разливные напитки, шашлыки. Это море. Кафе называется. Здесь у них вверху была зона отдыха. В этом году, кстати, не знаю, работает она или нет. О, наш любимый вкуснейшие, класснейшие вафли здесь продают. Но также кофеечек есть тут у ребят. И разные сладости и вкусности тоже. С правой стороны огромное количество разных еще ларечков. Ну, я думаю, зайдем в магазинчик, водички купим. Хочешь себе коронки, короче, брать? Это есть, да? Здорово. День добрый. Так, ребятки, в магазине, как и везде, можно платить по карте либо переводом. То есть наличка особо не нужна, хотя многие места тоже все-таки просят наличку. Ну, в основном везде, 99%, если нету оплаты возможности переводом либо картой, я иду дальше. Сейчас вам покажу тоже вкусняшки здесь наши дорогие друзья делают и очень-очень много чего предлагают. Красота, здравствуйте, тут у вас такая творится с большущими чебуреками. И по ценникам можете не посмотреть. Друг на параллели с кучей 40 видов чебуреков. Ого. Молодцы, желаем вам удачи, процветания. Чего я только что... С левой стороны открылся вот такие вот восточные сладости. Там, ребят, тир. А тут, кстати, продают самые клевые пончики. Вы их, может, проходите, даже не видели. Ребята предлагают вам недорого и вкусно. День добрый, хорошая работа. С правой стороны миди, кофе предлагают. Ну и еще одна тема, здесь, которую стоит показать, это рыбочка натурального копчения. Ребята со смокера. День добрый. Что-то у меня работы нет, у тебя нет. Здрасте. Я же тоже работал. Вот всех к вам пришел посмотреть. Что у тебя в этом году новое есть что-нибудь? У меня в этом году пока нового ничего нету, но будет
Курица копченая, ребрышки копченая, сало копченое будет. Цена сейчас? 90-100 грамм, любая рыба. Понял. У тебя хорошая работа. Спасибо. Тайхако. Любимый бар отдыха, в который можно приходить, посидеть, коктейли попить, вкусной кухни поесть. Здесь есть много чего классного, также паровые коктейли. Но я думаю, что просто непотянемое после того, что мы уже съели. Но вечером надо обязательно пойти. Также есть на выходе на пляж тут разнообразные точки быстрого питания. И так я не знаю, что тут строят, строят, никак не построят этот домик. С левой стороны запускаются бассейны, батутные комплексы. Ну, в принципе, как и прошлые годы были. Пространство немножко сузили, но так, в принципе, все хорошо и классно. Чебуреки еще на выходе, прямо перед самым пляжиком. Дальше у нас туалет-душ. Ребрендинг произошли, превратился туалет-душ в магазин. Здесь лазертаг ребята играют, установили на пляже такие вот вещи. Ну, а тут уже первый батут работает. Надо глянуть, что почем. Здесь взрослые на лежачках за территорией аквапарка. Аквапарк стоимости здесь 30 минут 800 рублей, 1 час 1200, целый день 2000. Тут получается, что наш аквапарк, вот тот вот за дюнами стоимостью, такой же 2000 стоит на день с детками. Ну, тут вопрос по времени работы его. Ну, детки катаются, им нравится. Самое главное, что еще может быть лучше. Здесь, ребятки, переодевалки, мусорки. И перед выходом на пляж есть серф-бары. Один с левой стороны, другой бар еще с правой стороны. В серф-баре в этом году большие изменения. Появились разные вкусные напитки, коктейли готовят. Причем на круглосуточной основе. Также закуски в пиву. Это все лежит здесь в холодильничках. Прям вот он пляж, вот вы отдыхаете. Там есть и места с пуфиками. Тут паровые коктейли тоже есть и разнообразные вкусняшки. То есть можно прийти полноценно покушать прямо на пляже. Окрошка вон по 150, крабовый салат 150. И по еде можете сами оценить и, в принципе, все разглядеть. За стеклышком хинкали 75 рублей штука. Плов 250 грамм 220 рублей, например. Ну и другие напитки. Сырный суп 170 рублей по стоимости. И по первым блюдам вот еще дополнительно видно ценники. Вот такое вот место прекрасное, в котором можно отдыхать, ребята. А вот там уже море и пляж. Меня сейчас больше всего интересует, конечно же, какая температура водички сегодня. А теперь смотрим на платные теневые зоны навеса. Здесь есть и места для людей с ограниченными возможностями. Девушки в красивых купальниках с пивом тоже входят у нас в отдых. И смотрим, что по ценам в этом году. Шезлонги 400 рублей, лаунж-диван. Это вот такие вот вещи стоимостью 2000 рублей на день. И людей здесь отдыхает много, при том, что мы пришли сейчас в жаркое время. Людей меньше, чем могло бы быть. Ну, а теперь настил. Здесь у нас разнообразные морские прогулки предлагают на кораблях. А слева и справа отдыхают наши дорогие отдыхающие. Купаются людей в море очень много, поэтому я думаю, что водичка прогрелась. И уже можно хорошо купаться и наслаждаться всем этим. Пишите, как вам. Здесь правая сторона находится, тоже чистейшее море, тоже много людей отдыхает, но при этом куча свободных мест, ребята. То есть приезжайте, для вас всегда найдется. Тут прям как бассейн, а не море. Круто же смотрится. Такие дела. Так, мои дорогие, температура воздуха у моря 28,7. Сегодня, честно, гораздо комфортнее. Летает у нас парасейлинг, кстати, советую вот с левой стороны. Тут ребята, по-моему, на второй точке нас катали в прошлом году, и нам очень понравилось, да? Смотрите наше видео про парашюты, было круто. И сейчас пойдем забирать температуру моря. Ну что, друзья мои, радостные новости. Море потеплело, чистое, прекрасное. Центральный пляж Витязева сегодня 24 градуса, оно здесь фантастика. И это может только вас порадовать. 24,1, 23,9 показывает. То есть для купания это великолепная температура, поэтому людей здесь, собственно, и много. В начале лета такая была, и люди приезжали, купались в удовольствие. 28 воздух, всего лишь 4 градуса разница. Я чуть походил, и из него уже выходить не хочется. Эх, красота, приезжайте к нам обязательно. Итак, дорогие мои, приветствуем вас с Витязева. Здесь хорошие новости. Море стало теплым.
чистым и манящим. Я надеюсь, что вам этот обзор сегодняшний понравился. Вы посмотрели на нашу Паралию, посмотрели на отличный отель, о котором великолепные отзывы. И есть возможность выбора с питанием или без отдыхать. Хотя Оксана, я уверен, вам будет советовать именно там и есть, потому что ей еда там очень понравилась, да? Да. Поэтому, друзья, приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. От вас ждет. Все номера напрямую. Звоните, узнавайте по ценам и отдыхайте. Мы вас ждем. Встретимся на Паралии. От души. А по традиции для вас красивейшее море от Оксаны, друзья. Ух, там заработал супер быстрый катер, который хочет вас прокатить. Как вас зовут, девочки? Таня. Вера. А вы разные вы приехали? Да, мы разные. Ага, все подписчики. Как вам отдыхается сегодня? Нам вообще супер сегодня. Водичка немножко прохладная, но теплее, чем вчера. Угу. На 4 градуса теплее, это как бы классно. А вам? Пока не заходил. Вам не холодно. Вот, видите, два человека, два разные контраста. По мне вода классная. Прям вот надо чуть-чуть там побыть, привыкаешь, и очень хорошо. Спасибо. Вам здрасте, вас как зовут? Виктор. Очень приятно, Виктор. Вы откуда? А вот оттуда, откуда и жена. Ага, а я у нее не спросил, откуда, так что вы откуда? Липецку привет огромное и так приятного. Привет. А ты что-то не подсушишь, что ли? Ну, пошли.